Однажды я решил запилить обзор на 007 Легенда продолжение миссии. Я думаю, что сегодня уже закончу. С вами прошли, так, я записываю, где мы проходим, Альпийскую долину, сейчас мы должны пройти Луну Блуфельда. Нет, Блуфельда мы прошли, да, получается честной завод. Проходим честной завод, дамы и господа. Продолжаем игру. Алару тогда пройду позже. Да, честной завод. Вперед! Штаб Санчеса скрывается вон в том музее. Ага, его штаб в том музее. Джеймс, не знаю, справлюсь ли. Справишься, куда ты денешься? Думай о задании, не забывая о своей легенде. Принято. Аудио и видео. Хорошо. Перехожу на передачу. Давай, переходи на передачу, крошка. Добро пожаловать, мисс Кеннеди. Или мне называть вас агент Кеннеди? Учитывая, что я решила придать управление по борьбе с наркотиками, почему бы не остановиться на Пэм? Значит, Пэм. Полагаю, это ваше? 2 миллиона. Надеюсь, что вы примете их в знак доброй воли, как жест дружбы, на которую я надеюсь. О, да, приму. Идемте, я покажу вам свой завод. О вашем предложении поговорим потом. Хитрожопик. Доброе утро, 007. Пускай агент Бувье расследует наркобизнес Санчеса. Ваша задача — выяснить, связан ли он с террористами. Если да, нейтрализуйте Санчеса и его картель любыми средствами. И помните, Бонд, что бы вы ни чувствовали, речь идет о терроризме, а не о мести. Так. Давай, давай, гребаная мышка. Не успеваем. Такая стирана. Нет,
хотел тихо, получилось как всегда. В чем дело? КЦПС забыл при настройке. Нейтрализуйте Санчеса и его карты любыми средствами. И помните, Бонд, что бы вы ни чувствовали, речь идет о терроризме, а не о мести. Смотри, управление дикое. Уложили падлу. Говно-то. Давай, вставай, мудак, я знаю, ты там. Вот этот винток поточнее будет. Готов.
где это, падла? Он ранен. Стреляйте! Почти получилось. Извините, там, господа. Почти же получилось. Доброе утро, 007. Пускай агент Бувье расследует наркобизнес Санчеса. Ваша задача — выяснить, связан ли он с террористами. Если да, нейтрализуйте Санчеса и его карты любыми средствами. И помните, Бонд, что бы вы ни чувствовали, речь идет о терроризме, а не о мести.
Кто-нибудь его видит?
прикроем. Все. Нужна огневая поддержка. Нет, оборону! Не отступать!
тоже миссии, дамы и господа. Неудобное вообще управление. Тупорылая мышь. Доброе утро, 007. Пускай агент Бувье расследует наркобизнес Санчеса. Ваша задача — выяснить, связан ли он с террористами. Если да, нейтрализуйте. Подружка меня в гроб. Занять оборону! Прикройте меня огнем! Вражеская граната! Thank you.
почти же удалось. Еще раз, дамы и господа. Если да, нейтрализуйте Санчеса и его карты любыми средствами. И помните, Бонд, что бы вы ни чувствовали, речь идет о терроризме, а не о мести. Занять оборону!
все, конечно, мило, но заканчивается. Это сраная батарея. Открою вам секрет. Америка подсела на наркотики и бензин. Я придумал смешивать бензин с наркотиками. Не все цистерны, но достаточно, чтобы оплачивать все это. Гениальное решение. Знаю. Бон, Ми-6. Да, Бон. Я обнаружил тайник с оружием. РПГ, автоматы. Похоже, украдено у армии США в Афганистане и Ираке. Даю разрешение на закладку мин. Выводите завод из строя, 007. Не взрывайте мины, пока не подтвердится связь с террористами. Ясно? Да. Вы издеваетесь? Вот здесь я его видел. Юго-восток.
Восточный периметр чист. Что с тобой? Повторяю, чист. Бонд, Ми-6. Да, Бонд. Я обнаружил тайник с оружием. РПГ, автоматы. Похоже, украдено у армии США в Афганистане и Ираке. Даю разрешение на закладку мин. Выводите завод из строя, 007. Не взрывайте мины, пока не подтвердится связь с террористами. Ясно? Да. Извините, дамы и господа, за мат, мне тоже миссия бесит. Бонд, Ми-6. Да, Бонд. Я обнаружил тайник с оружием. РПГ, автоматы. Похоже, украдено у армии США в Афганистане и Ираке.
начнем. Бонд, Ми-6. Да, Бонд. Я обнаружил тайник с оружием. РПГ, автоматы. Похоже, украдено у армии США в Афганистане и Ираке. Даю разрешение на закладку мин. Выводите завод из строя, 007. Не взрывайте мины, пока не подтвердится связь с террористами. Ясно? Да. Извините, дамы и господа, идем дальше. Ебанутый опять тут орут. Мы урубили всех.
это я понимаю. Меня не видит. И я не вижу. Не видим. Ми-6. Да, Бонд. Я обнаружил тайник с оружием. РПГ, автоматы. Похоже, украдено у армии США в Афганистане и Ираке. Даю разрешение на закладку мин. Выводите завод из строя, 007. Не взрывайте мины, пока не подтвердится связь с террористами. Ясно? Да. Как надо уложить эту суку, чтобы он не видел меня. Бонд, Ми-6. Да, Бонд. Я обнаружил тайник с оружием, РПГ, автоматы. Похоже, украдено у армии США в Афганистане и Ираке. Даю разрешение на закладку мин. Выводите завод из строя, 007. Все чисто. Не взрывайте мины, пока не подтвердится связь с террористами. Ясно? Да. Поставить мину.
начал бежать. Отдохнем.
зачем ходить, когда можно сидеть и мочить, творить так? Кто-нибудь его видит? Рассыпаться и искать! Поддержите огнем! Эй, прикройте меня огнем! Идем в атаку! Буду искать, пока не найду. Занять оборону. Вот я скот. Не сохранился. Как вы видите, мы уже не мелкие наркоторговцы. Мы крупная международная организация. Маковые поля в Афганистане, кокаиновые фабрики в Колумбии, контрафакты, отмывание денег в Азии. Луис, ты еще долго? Мы с партнерами предоставляем... Немного терпения, друг. Сейчас начнем разгрузку. Хорошо. Чтобы система работала по всему.
кто-нибудь его видит? Прикройте меня огнем! Я буду искать тебя, пока не найду. Так, вроде бы успели все делать. Блин, твою мать, как пройти эту миссию? Этого ПСМ мучу надо убить. Понимаю.
Что случилось? Я здесь ничего не нашел. Что такое? Блять, да с какого хуя? Ебанутые люди. Вы видели, чем я занимаюсь, и я обрисовал вам метод работы. Надеюсь, вы понимаете, что пути назад не будет. Вы с нами. Я это знала уже тогда, когда забирала деньги из хранилища. Хорошо. Я понимаю, что это звучит банально, но предательство я не потерплю. Спешу на выручку! Блять, да какого хуя? Извините, дам вас замать. Мне уже бесит этот уровень. Из БСМ. Вы видели, чем я занимаюсь, и я обрисовал вам методы работы. Надеюсь, вы понимаете, что пути назад не будет. Вы знали. Я это знала уже тогда, когда забирала деньги в хранилище. Хорошо. Я понимаю, что это будет банально, но предательство. Я не потерплю. Я пойду кое-что проверю.
Что толку от вашего? Вы видели, чем я занимаюсь, и я обрисовал вам методы работы. Надеюсь, вы понимаете, что пути назад не будет. Вы с нами. Я это знала уже тогда, когда забирала деньги в столище. Хорошо. Я понимаю, что это звучит банально, но предательство я не потерплю. Предайте меня, и я вашу семью, и все ваши друзья. Так, как он меня видит? Почти удалось убрать эту суку. Вы видели, чем я занимаюсь, и я обрисовал вам методы работы. Надеюсь, вы понимаете, что пути назад не будет. Вы с нами. Я это знала уже тогда, когда собирала деньги в столице. Хорошо. Прикройте огнем! Я понимаю, что это звучит банально. Такой зеленый, интересно. Вы видели, чем я занимаюсь, и я обрисовал вам. Под огнем! Надеюсь, вы понимаете, что пути назад не будет. Вы с нами. Вы видели, чем я занимаюсь, и я обрисовал вам методы работы. Надеюсь, вы понимаете, что пути назад не будет. Вы с нами. Я это знала уже тогда, когда забирала деньги в столицу. Хорошо. Я понимаю, что это звучит банально, но предательство. Блин, ты как пройти этот уровень? Меня же бесит эта игра. Дамы и господа, на этом сохранимся. Я сделаю две части. Это того стоило. Вы видели, чем я занимаюсь, и я обрисовал вам методы работы. Надеюсь, вы понимаете, что пути назад не будет. Вы с нами. Я это знала уже тогда, когда забирала деньги в хранилище. Хорошо. Я понимаю, что это звучит банально, но предательство я не потерплю. Предайте меня, и я убью вашу семью и всех ваших друзей. Вы будете наблюдать за этим предсмертными муками. И когда это закончится, я займусь вами. Я понимаю. Прекрасно. Значит, мы друг друга поняли. Давайте пронаблюдаем последние стадии процесса. Никак не получается подобраться к этим пидорасам. Вы видели, чем я занимаюсь, и я обрисовал вам методы работы. Надеюсь, вы понимаете, что пути назад не будет. Вы с нами. Я это знала уже тогда, когда забирала деньги в хранилище. Хорошо. Я понимаю, что это звучит банально, но предательство... Я это знала уже тогда, когда забирала деньги в конечном. Хорошо. Эй, что это там? Банально,
Но предательство я не... Вы видели, чем я занимаюсь, и я обрисовал вам метод работы. Надеюсь, вы понимаете, что пути назад не будет. Вы с нами. Я это знала уже тогда, когда забирала деньги в хранилище. Хорошо. Я понимаю, что это... Спешу на выручку! Но предательство я не потерплю. Блин. Поехали, как это будет? Вы видели, чем я занимаюсь, и я обрисовал вам метод работы. Надеюсь, вы понимаете, что пути назад не будет. Вы с нами. Я это знала уже тогда, когда забирала деньги в хранилище. Хорошо. Я понимаю, что это звучит банально, но предательство... Я не потерплю. Предайте меня, и я убью вашу семью и всех ваших друзей. Вы будете наблюдать за их... Кто еще это услышал? И когда это закончится, я следую за вами. Сволочь. Это очень сложная миссия. Почти же получилось. Вы видели, чем я занимаюсь, и я обрисовал вам методы работы. Надеюсь, вы понимаете, что пути назад не будет. Вы с нами. Я это знала уже тогда, когда забирала деньги в хранилище. Хорошо. Я понимаю, что это звучит банально, но предательство я не потерплю. Предайте меня, и я убью вашу семью и всех ваших друзей. Вы будете наблюдать за этими смертными муками. И когда это закончится, я вижу его. С вами. Я понимаю. Прекрасно. Значит, мы друг друга поняли. Что случилось? Давайте пронаблюдаем последние стадии процесса. Сначала ноги, и она на это смотрела.
Почти ж получилось. Извините, дамы и господа, очень опасная миссия. Я это знала уже тогда, когда забирала деньги в хранилище. Хорошо. Я понимаю, что это звучит банально, но предательство я не потерплю. Предайте меня, и я убью вашу семью и всех ваших друзей. Вы будете наблюдать за их предсмертными муками. И когда это закончится, я займусь вами. Что случилось? Я понимаю. Прекрасно. Значит, мы друг друга поняли. Давайте пронаблюдаем последние стадии процесса.
Дамы и господа, непредвиденная ситуация. Да я думал, насчет больницы звонили, насчет ФТЭК, потому что мне дадут или нет. А это оказалось совсем не то. Итак, мы проникли в дверь. Теперь что надо делать? Посмотрим еще одну комнату. Потом мы поднимемся ко мне и обсудим условия нашей дружбы. Сеньор Санчес, un momento. Es importante. Por supuesto. Прошу меня извинить. Я сейчас вернусь. Это мой шанс. Пэм. Джеймс, ты все слышал? Мы можем прижать его. Я не нашел связи с террористами. У него кабинет на втором этаже. Я отвлеку.
говорят. Это же не испанский. Для американки вы очень наблюдательны. То есть? Обычно люди замечают только цистерну, а не того, кто ее ведет. Только не говорите, что проводите террористов. Как же меня бесит это слово. Я смотрю на это так. Для кого террорист, а для кого живые деньги? Пойдемте. Тут есть на что посмотреть. Ты знаешь, что мой брат может достать дешево? У нас раненый! Проверить кабинет Санчеса. Опять эта херня. И как их крутить? Есть. Так, что ты тут держишь, козлина? Улики связей Санчеса с террористами. Поддельные паспорта, визы. Они возят наркотики через границу.
Итак, нам надо проникнуть за покинутый завод. Я лично даю вам разрешение убрать Санчеса. Спасибо, хоть разрешили убрать Санчеса. Ты какая-то доброй стала. Последнее время только даешь разрешение. Ну, мне без разницы. Теперь можем пострелять. Наконец-то стелс добрый закончился. Исключить, синтезировать компоненты, соединить с топливом. Идея одного химика, он работает на моего партнера в России. Я называю это нашим секретным соусом. Давайте отойдем. Я отомщу. Я отомщу за Пэм. Сволочь. А ты кто тут? Друг Феликса Лейтера. Получи. Вот ублюдок сраный. Убить его! Убить обоих! Прикольно, кстати.
На помощь! Давай, давай, давай! Держись, Пэм, выберемся! Из такой передряги выбирались. Друг Феликса Лейтера. О! Знаменательный момент, да, господа. Убить его! Убить обоих! Вы издеваетесь, он что, читеры сраные? Отдохни. Ублюдок. Догоним, не парься, детка. Всех мы сейчас догоним. Заметят эти суки.
тварь тупая. Сдох на гранате. Ебанутый уровень. Все потому, что на сложности играю. Очень высок. Господа, опять за мат, просто заебал уже этот уровень. Ух! Занять оборону! Вперед, баба тупая. У тебя там какой-то ствол крутой, а у меня какая-то фигня.
Почему не гранаты есть, а у меня нет? Ты глупо вообще. Давай, давай, Пэм, быстрее! Круто! Погнали! Это даже круче, чем Золотой Глаз, дамы и господа. Да, пусть управление фиговое, но прикольно, да. Oh!
наверху. Он над нами. Не забудь ворота ангара. Давай, живи. Ёбаный рот. Это было нечто, дамы и господа. Мы справились, мы справились. Так, дамы и господа, на сегодня это все. Для вас проходил Кирито Киригая. До свидос. До следующей стей Бонда.